Сказал Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, не упоминается печаль в Коране, кроме как с удержанием от нее или с ее отрицанием. И причина этого в том, что в печали нет пользы для сердца. Самым любимым для шайтана является то, чтобы грустил верующий раб, чтобы сбить его сходу. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прибегал к защите Аллаха от печали. Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, говорил: «Печаль обессиливает сердце, ослабляет решительность и вредит воле. И нет ничего любимее для шайтана, чем печаль верующего. Поэтому радуйтесь, будьте счастливы, ожидайте лучшего и будьте хорошего мнения об Аллахе. Доверяйте тому, что у Аллаха, и уповайте на Него. И вы найдете счастье и довольство во всем». Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, также сказал: «Не портите радость печалью и разум пессимизмом, успех высокомерием и оптимизм других, повергая их в разочарование. И не порти сегодняшний день, думая о вчерашнем. И поверь, если Аллах не дал тебе то, в чем ты нуждаешься, то это только потому, что в отсутствии этого есть благо для тебя. И может быть так, что в то время, когда ты спишь, во врата небес будут стучаться десятки дуа за тебя, от бедняка, которому ты помог, или опечаленного, которого ты обрадовал, или проходившего мимо человека, которому ты улыбнулся, или кого-либо, оказавшегося в затруднительном положении, которое ты облегчил ему. И никогда не считай ничтожным совершение какого-либо благодеяния. Один из праведных предшественников сказал: «Я взываю к Аллаху, когда нуждаюсь в чем-либо. Если Он дает мне это, то я радуюсь один раз. Если же Он не дает мне этого, то я радуюсь 10 раз больше. Потому что первый был мой выбор, а вторым был выбор Аллаха». Ас-Саади, рахимахуллах, сказал: «Жизнь коротка, так не делай ее еще короче тревогой, горем и печалью. Так будь же владельцем такого сердца, которое вдыхает счастье и довольство. Пусть Аллах сделает ваше время счастливым, и пусть Аллах простит нам наши грехи».